Всем привет, мои хорошие! Сегодня еще один обзорчик. Обзорчик посылок с Китая, с Алиэкспресс. Это будут сумки. Сейчас все покажу и расскажу. Так, всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас обзор посылок с Китая. Это я затоваривалась сумками. У меня муж недавно ездил в командировку, и мы поняли, что у нас сумок нету. У него он взял такую клетчатую, ну, как раньше баулы эти возили, товары разные. Вот у нас она такая валялась, чисто для продуктов. Вот он ее и взял. По дороге она развалилась, выпали банки с тушенками. Это все произошло в метро. Он мне сказал: Наташа, у нас нету сумки. Все, получается, высыпалось. Хорошо, говорит, что все собрал, и вот так в руках он ее донес. Дальше сына в больницу собирает, тоже все в пакетах. Поэтому я решила прикупить сумки. Вот эта сумка поменьше. Это если что, собирать вещи в больницу. Ну или кому путешествие. Вот, а это побольше. Так, побольше сейчас сумку отодвину подальше. Сейчас мы ее рассмотрим. Так. Вот так она смотрится. Видно. Сейчас мы ее замерим. 64 сантиметра по длине и по высоте 35. Так, вот такие ручки широкие. Сейчас покажу. Широкие ручки. Хорошие, смотрите, замки. Так, тут карман. Сейчас попробую подсветкой включить. Так, включила подсветку. Так, думаю, будет лучше. Так, здесь карман. Смотрите. Карман глубокий. Что мне нравится, она не промокаемая. Вот такая вот, как бы, клееночка здесь. И замок закрыт, спрятан. Дальше в середине отдел. Смотрите, тоже все с клееночкой. Ну, она большая. Так, здесь отсеки, между ними подкладочка. Конечно, лучше было, чтобы был материал поплотнее. Но... Ладно. Так. Вот, видите, с этой стороны подкладка, а здесь с пропиткой ткань. Тоже большой отсек. Ну и с этой стороны. Вот, видно, да? На ручках и на большой лямке. Вот. Такая большая, чтобы через плечо. Ну, а пустая, поэтому не так видно. Все, сдалека вот такая сумка. Я довольна. Так что, если что, сумка, дорогу есть. Дальше. Рассмотрим эту. Если честно, я думала, она будет баллоневая. Что меня, конечно, не очень радовало. Она стоит 5 с копейками долларов. Большая сумка стоит 19 с копейками. Это 5 с копейками. Вот, смотрите, она тоже не маленькая. О! Не, нормальная. Нормальная. Ну, вот так она выглядит сверху. Сейчас вам замерю ширину и длину ее. Так, ширина. Ширина, если по передней стенке, 42 сантиметра. И вот эта боковушечка 18. Видно? Так, есть кармашек передний, чтобы, если что, положить документы. Потому что если в больницу паспорт надо, какие-нибудь справки, направления, вот здесь, получается, можно положить. Карман вот этот как-то так отдельно, что, если что, если кто в аэропорт или что, для путешествий, то можно на тележку вот так ее надеть. Вот так кармашек отделен. Прикольно. Так... Ну и в середине замочки обычные, ну такие вот даже с названием для путешествия. Так. Все
все аккуратненько, смотрите, швы все закрыты. Вот главное, что это не баллонник, что он расползется, она плотная. Я довольна. Смотрите, даже тут, где замок, все аккуратненько сделано. Довольна сумкой одной и второй. И цена нормальная. Все. Вот такой обзорчик у меня сумок. Я ждала вот эту вторую. Первую я уже давно получила, чтобы сделать для вас обзорчик именно по сумкам. Все, ссылочки оставлю внизу под видео.